Здравствуйте! Вы смотрите программу «Открытая книга». Библия доступна сегодня каждому, вы тоже можете понять ее. Смотрите нашу программу, открывайте Священное Писание вместе с нами, и мы поможем вам найти ответы на вопросы, которые вы давно хотели задать. Мы продолжаем беседовать с бакалавром богословия Рустемом Мухаммедвалиевым. Рустем, я вас приветствую. Спасибо. Благодарю за то, что вы пришли в нашу студию. И таков мой первый вопрос. Каждый человек хотя бы раз в жизни задается вопросом, а существует ли Бог? Что говорит нам Библия о существовании Бога? Доказывает ли она его существование? Ведь человеку хочется иметь реальные доказательства существования Бога, факты, которые нельзя опровергнуть. Да, и, наверное, такой вопрос чаще всего задают именно в нашей стране, где много лет пропагандировалось совершенно другое учение, где пытались доказать обратное. Да. Я в связи с этим вспоминаю сразу несколько таких шутливых, возможно, выдуманных, а возможно и правдивых историй, которые вращаются все вокруг этого вопроса. Как доказать, есть ли Бог? Ну, например, одна из них реально произошла во времена воинствующего атеизма, когда в больших и даже малых населенных пунктах приезжали лекторы и пытались вести антирелигиозную пропаганду, доказывая всевозможными путями, прибегая к науке, к другим способам, что Бога нет. И после одной из таких лекций очень красноречивого оратора встал пожилой уже такой человек, дедушка, и сказал: «Уважаемый, я внимательно очень тебя слушал, но не совсем понял. Если Бога нет, зачем нужно это доказывать? Зачем нужно применять такое красноречие, если его нет? Я верю почему-то в обратное». То есть все эти попытки привели, в общем-то, ни к чему. Но если быть чуть серьезнее и посмотреть на Библию, то, очевидно, доказательства Бога мы можем найти в его проявлениях. То есть, если он есть, и если он говорит, что он любит, он должен был оставить какие-то следы своей деятельности. И, с другой стороны, если Бог — это личность, как об этом Библия говорит, значит, у любой личности есть плоды его деятельности. Ведь мы же можем определить, побывал на том или ином месте человек или нет. Да? Достаточно пройти летом вдоль берега реки, как увидеть, было тут человеческое присутствие или нет. Человек оставляет какие-то следы. Конечно, хотя они бывают разного качества, но у Бога они наверняка должны быть. И поэтому вначале я бы хотел, обратившись к Священному Писанию, поговорить о чувствах. То есть Библия называет Бога личностью. Она рассказывает о Боге как о личности, которая имеет чувства, способна радоваться, способна огорчаться, даже расстраиваться. То есть Бог не лишен чувств. И мы с вами тоже не лишены чувств. Но, однако, посмотрим, можно ли найти Бога или ощутить его с помощью человеческих чувств. Что об этом говорит Библия, что сам Бог говорит по этому вопросу. И текст, который я хочу прочитать, записан в Новом Завете, в книге «Деяния апостолов». Это проповедь апостола Павла в городе Афины, вот в таком светском городе, где наука, искусство были поставлены очень высоко и ценились как достижение человеческого разума. Так вот, в 17 главе книги «Деяния апостолов» апостол Павел проповедует, есть такая история здесь, проповедует афинянам и рассказывает им, что Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду. Он сам дает всему жизнь и дыхание, и все. От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию. То есть Павел открывает Бога как жизнедателя, как того, кто не только сам жизнь имеет, но и наделяет неживую материю вот этой жизненной энергией. Но вот в 27 стихе обозначена очень четко цель, зачем Бог это все делает. Он говорит, Павел, «дабы они, люди, искали Бога, не ощутят ли Его, и не найдут ли, хотя он и недалеко от каждого из нас».
То есть очевиден здесь уже ответ на вопрос, можно ли ощутить Бога. Получается, что можно, потому что сам Бог ждет, когда люди ощутят Его. Но как это можно вот посмотреть, как это происходит в жизни, ощущение Бога? Многие люди, которые переживали какие-то кризисы в своей жизни, через время способны сказать, что мы чувствовали Божие присутствие. Многие люди, которые обращались к Нему в молитве, будучи в депрессии, будучи подавлены чувством вины от какого-то страшного деяния, которое они совершили, от обиды, которую они принесли, они молились Богу и говорили: «Господи, прости». И в ответ на их молитву через время получали утешение. То есть внутреннее чувство их подсказывало, что Бог находится рядом и изгладил эту вину. Вот, пожалуйста, вот это много таких примеров можно привести, но Бога чувствами ощутить все-таки возможно. Но нельзя полагаться только на одни чувства. Ну, конечно, один человек нет. Чувствует одно, конечно, другое, нет. Ведь совсем чувства, иное. Они очень-очень обманчивы. Верно? Говорят медики, что чувство зависит от количества сахара в крови. То есть они хорошее средство, но не первостепенное. И поэтому в Библии есть немало других примеров, которые раскрывают нам и характер Бога, и одновременно говорят, что раз Бог такой, значит и следы Его деятельности должны быть примерно такими же. Вообще Библию отличает от всех других книг, которые сегодня есть у человечества, которые пользуются уважением и каким-то почетом, то, что в Библии есть несколько тысяч пророчеств, то есть предсказаний будущего, в которых Бог открывает события, еще не произошедшие, и говорит при этом: посмотрите, если это сбудется, то значит я есть. Я заранее вам это говорю. И он даже предлагает человеку посоперничать с ним. И говорит: если вы боги, предскажите будущее свое, и мы посмотрим, сбудется оно или нет. Ну, процент вероятности исполнения предсказаний человека не слишком высок. И посмотрим даже на предсказания современных астрологов, других людей, которые претендуют на то, что они знают будущего. Ведь они очень-очень туманны. Но я хочу привести одно предсказание в пример, записанное в Ветхом Завете в 45 главе книги пророка Исаии. Так вот, речь идет о том, что Бог предсказал и даже назвал по имени одного медоперсидского военачальника, который должен был исполнить Божьи замыслы и сокрушить город Вавилон. Интересно, что сегодня археология полностью доказала, что имя этого царя – это реальное историческое имя, который впоследствии родился и совершил данное действие, будучи орудием Бога в исполнении пророчеств. И Библия предсказала, что это пророчество было дано действительно за 150 лет до рождения. Вот оно. «Так говорит Господь помазаннику своему Киру. Я держу тебя за правую руку, чтобы покорить тебе народы. Я пойду пред тобою и горы уравняю, медные двери сокрушу и запоры железные сломаю. И отдам тебе хранимые во тьме сокровища и сокрытые богатства, дабы ты познал, что я Господь, называющий тебя по имени Бог Израилев». Вообще, это уникальный, выходящий из ряда вон, случай, когда Бог не просто события предсказывает, но среди множества имен точно называет имя человека за 150 лет до его рождения, который в точности исполнил Божьи замыслы. Говорится: «Я назвал тебя по имени, почтил тебя, хотя ты не знал меня. Я Господь, говорит он, и нет иного, нет Бога, кроме меня. Я припоясал тебя, хотя ты не знал меня». Интересно также, что Кир, он не происходил, не уходил корнями своими предков в иудейскую среду, в среду народа израильского. Это был сирийский военачальник, но Бог предвидел его, предсказал его имя, и когда об этом говорит его собственное свидетельство царя Кира, когда он узнал об этом пророчестве уже после совершенных им деяний, тогда он сильно удивился и всю жизнь последующую почитал великого Бога, живого Бога, который так почтил его. Вот это пророчество. То есть Бог узнается потому, что в Библии он предсказывает будущее и дает возможность человеку убедиться. Посмотри, я это предсказал, а ты можешь убедиться, как все это точно сбывается. Вот еще одно доказательство.
Но кроме этого, конечно, стоит отметить доказательство, которое мы с вами, в котором мы живем, постоянно с ним сталкиваемся, но, к сожалению, даже не задумываемся об этом. Почему в неделе 7 дней? Я могу задать другой вопрос. Чем объясняется 365 дней, наличие 365 дней в году? Ну, знатоки скажут, и в принципе любой школьник ответит. За такое время Земля делает оборот вокруг Солнца 365 суток. Мы можем задать другой вопрос. Почему в сутках 24 часа? Откуда взялось это число? За такое время Земля совершает полный оборот вокруг своей оси. Но никакая астрономия не способна объяснить семидневность недельного цикла. Число 7 вообще уникально. И объяснить, откуда оно берется, невозможно, если не держать в руках Библию. Кстати, в истории было немало попыток поменять семидневную неделю на пятидневки, десятидневки. Еще во времена Великой Французской революции такие попытки делались. Однако все это было настолько недолго, настолько ненадежно, что в конце концов все опять сводилось к семидневной неделе. Как будто организм человека приспособлен изначально именно к семидневной неделе. То есть как ни старайся, а ничего не получится. И на заре становления социализма, коммунизма в нашей стране мы тоже пережили этот момент, когда пытались ввести десятидневки, пятидневки, и все равно ничего не получилось. Не прижилось это. Объяснение есть только в Библии. И Библия содержит четвертую заповедь закона, где все это объясняется. «В шесть дней сотворил Господь небо и землю, а в день седьмой почил». То есть восьмой день недели – это был опять первый день недели, потому что неделя закончилась седьмым днем недели, то есть библейской субботой. Кстати, говоря о субботе и о семидневной неделе, тут тоже есть очень интересный аргумент, очень интересная тонкость есть. Дело в том, что как семидневность недельного цикла распространена абсолютно во всех культурах, так и на 108 языках мира слово «суббота» звучит примерно одинаково. Будучи переведенное с еврейского как «покой», «суббота» во всех языках звучит примерно одинаково. «Аль-сабат» по-арабски, «сабадо», «шаббат», «суббута» по-болгарски. По-татарски я знаю его «шимбя». То есть корень все время прослеживается один и тот же, а проистекает он к еврейскому «шаббат», то есть «покой». Этим закончилась семидневность недельного цикла. Вот еще одно доказательство. Вот таким вот ненавязчивым образом, но Библия содержит немало аргументов, которые невозможно никак иначе объяснить, если мы не принимаем во внимание Бога или его существование. Но есть еще немало интересных примеров, тоже почерпнутых из нашей жизни. Вообще-то Бог заявляет о себе со страниц Священного Писания, что Он является жизнедателем. Наш Господь Иисус Христос, Он неоднократно говорил: «Я имею жизнь в самом себе, я имею власть отдать жизнь мою, имею власть принять жизнь мою». То есть и Христос, и Его Отец, Бог Отец, заявляет о том, что у них есть уникальное свойство. Они содержат в себе начало жизни, не одной жизни. Они являются источниками жизни вообще. Как мы уже прочитали текст из Деяний апостолов, «Сам дает всему жизнь, дыхание и все». И, наверное, поэтому людям так свойственно вообще цепляться за жизнь. Я знал немало людей, и я видел людей, которые страдали страшными заболеваниями, страшными недугами. То есть только на моем жизненном опыте я встречал пару десятков людей, которые умерли от страшнейших онкологических заболеваний. Но я во всех них замечал стойкое стремление к жизни. Они цепляются за жизнь. Нам не свойственно даже думать о смерти. Почему? А потому что Бог вложил нас в это. И к тому же люди не знают, что же произойдет потом, после смерти. Ведь никто оттуда не возвращался, кроме Иисуса Христа. Кроме Иисуса Христа.
Совершенно верно. То есть нам не свойственно даже думать об этом. И хотя мы сталкиваемся с проявлениями смерти повсеместно и даже в какой-то степени привыкли к этому, нас порой, может, даже не часто трогает, когда мы видим похоронную процессию вдалеке, мы быстро забываем. Но когда это касается нас самих, мы проявляем удивительную активность, цепляясь за жизнь. Почему так? Мы сотворены Богом с этим чувством. И поэтому мы не можем иначе. Для нас само понятие смерти неестественно. Но я хочу обратить внимание в связи с этим на такой очень важный момент. Бог сотворил не только нас как личностей, не только положил основание жизни на планете, создав все необходимые условия, и атмосфера наша, и наше положение по отношению к Солнцу. Будь мы чуть ближе к Солнцу, все бы сгорело. Будь что дальше, будь мы чуть дальше, все бы вымерзло. Бог создал условия, Он дал жизнь, но кроме жизни нашей существует жизнь церкви. То есть Библия говорит, что церковь — это тоже Божье творение, что собрание верующих людей, хотя и часто встречается враждебные с непониманием, их обвиняют порой в фанатизме, людей, изучающих Библию, все-таки это Божье установление, церковь. И Христос даже сказал об этом. Врата ада или врата смерти церковь не одолеют. То есть в ней тоже находится определенная жизнь. Что значит врата ада? Врата ада. В Библии слово «хадас» греческое означает место погребения или могила. Место пребывания мертвых. Не значит, что они живут там. Но Библия говорит о том, что это могила, одним словом, если не вдаваться в дискуссии. Так вот, Библия говорит о том, что церковь, собрание Божьих детей, врата ада не одолеют. То есть церковь, как она была учреждена Господом Иисусом Христом, она не исчезнет с лица земли, даже если ей придется пройти через страшные времена. История, особенно история Средневековья, подтверждает это однозначно. Сегодня, по различным сведениям, из-за религиозной нетерпимости в Средние века пострадало, и большинство из них погибло, от 50 до 200 миллионов человек. Это были люди, которые, многие из них, лишились жизни только потому, что взяли в руки Библию. Они даже не успели ее, возможно, прочитать, но поскольку велась тотальная слежка, этих людей находили, уничтожали. А люди, которые занимались этим, получали титулы архиепископов и так далее. То есть церковь подверглась страшным преследованиям. Но тем не менее, несмотря на все эти преследования, русло вот этой реки церкви, хотя люди уничтожались, но церковь не исчезала. И на место погибавших вставали новые люди, которые продолжали нести свет, который сияет со страниц Библии, и проповедовать о ней. Вот живущие церкви – это тоже доказательство существования Бога. Может быть, еще потому церковь существовала, существует и будет существовать, потому что человек по своей природе религиозен, как говорится, неизлечимо религиозен. Конечно. Это чувство религиозности и духовности вложил в него Бог. Конечно, конечно. И еще, церковь ведь, она потому церковь, что она внимательно изучает Священное Писание. Это ведь собрание верующих людей. Как может погибнуть собрание верующих людей, когда они имеют соприкосновение с самим Словом, силою которого была сама жизнь создана. Поэтому церковь – это в какой-то степени сосредоточие жизни на нашей греховной планете, грешной земле. Вот. Вот поэтому я и говорю, что церковь – это весьма живучий организм. Вот. Он назван в Библии телом Иисуса Христа, а Христос назван ее главой. Вот. Ну и еще, что хотелось бы сказать, в заключение тоже мы начали раз с притчи, с такой интересной, весьма юмористической историей, то и закончить этим. Есть такая шутка. Встречаются два человека, один верующий, а другой безбожник. И безбожник спрашивает: «Слушай, ну если Бог есть, ну покажи нам его. Ты его хоть раз видел?» Но верующий отвечает: «Нет, я не видел Бога». «Как же ты можешь утверждать, что ты видел его?» Ну и тогда верующий говорит: «А ты видел когда-нибудь Гагарина?» Он говорит: «Ну нет, не видел». «Ну значит, и Гагарина нет». Не все то, что мы видим глазами и слышим ушами, является доказательством правды или то, чего мы не видим. Но этот безбожник ответил: «Ну, другие люди видели Гагарина».
и верующий тогда парировал: «Вот так и Бога, одним дано увидеть, а другим нет». Человек, который хочет найти Бога, найдет массу доказательств его бытия. Человек, который не хочет его замечать, он найдет массу доводов, чтобы не обращаться к этой теме. Вот такова правда. Рустем, большое спасибо. Время нашей программы подошло к концу. Спасибо за то, что были с нами. Пишите и звоните нам. Пусть Господь благословит вас и ваших близких. Всего доброго. Утро – это начало дня. Рождение – начало новой судьбы. Начало вдохновляет. Новое дает надежду. Мы считаем, что каждый человек может начать новую жизнь, открыв однажды Библию. Если многое в ней вам покажется непонятным, не огорчайтесь. Это начало пути. Мы с радостью поможем вам преодолеть сложности. Заочные библейские курсы «Новая жизнь» – это изучение Библии по урокам, которые, по вашему желанию, мы будем вам регулярно, бесплатно высылать. Когда вы выполните половину уроков, мы пришлем вам в подарок книгу «Путь ко Христу». По окончании курсов вы получаете бесценный подарок – Библию. Заявки присылайте по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Телепрограмма «Лицом к лицу».